Всем доброе-доброе утро! Сегодня 8 марта 2024 года. И наши крошечки Чихуахуа из помета Жаночки и Тарантино всех поздравляют женщин, всю женскую половину нашей планеты с этим праздником, с пожеланиями всего самого доброго, любви, семейного счастья, тепла, добра, удовольствия с душой и с радостью. А сегодня я хочу рассказать вам об этих детках, которым исполнилось 26 дней. Я давно вам их не показывала. Здесь у нас целых 5 мальчуганов, которые передают привет всей женской половине нашей планеты. И одна девчоночка, малышенька, которую зовут Сауле. Жаночка мне помогает. У малышей наведен порядочек. Поменяли пеленочки. Да, и сейчас мы мордашечки вам все покажем. Как вы видите, все детки у нас короткошерстные. И это самые любимые классические окрасы. Не цветные, на любителей стандартных окрасов. Классических. Стандартные у нас все в стандарте. У нас нет нестандартных окрасов. Ну, бывают цветные, бывают эксклюзивные. А это у нас кто тут так сладко поет? Скажи, поздравляю вас! А я вам хочу сказать, на самом деле я поменяла лежаночки, пеленочки, малыши разнервничались, но уже укладываются, мамочка прибежала. Так, ну что, давайте поподробнее. Ну, давайте начнем с певца. У нас два черноподпалых мальчика, и отличаются они... Ну, они, конечно, разные, так сразу не отличишь. Этот мальчик совершенно без белых отметин, который нам тут громко поет, и зовут его, я с подглядками, зовут его Шанхай. Вот такой вот Шанхай, красивенный, черноподпалый, окрас, как у нашей мамочки, немножко искажает камера. И второй черноподпалый мальчик, и как мы его отличаем, сейчас покажу. У него здесь вот на грудке, кроме подпала, еще есть вот такое вот беленькое пятнышко. Давай посадим тебя рядышком. Жаночка пришла проверить, что я тут с ними делаю. И сейчас я покрупнее возьму вот этих два мальчишки. Значит, справа это у нас Шанхай, а слева у нас Шейх. Шанхай и Шейх. Вот эти два черноподпалых мальчишки. Совершенно с разными мордашечками. Детки все курносенькие, красивенькие. Хорошенькие. До нереальности мама села. Вот такие вот крепыши. Малипусики. Так, тут меня пришел изучать следующий мальчик, который у нас визуально рыжий, но окрас называется шоколадный соболь, так как у мальчишки шоколадный носик. А сам он визуально рыженький. Окрас как у папочки, только короткошерстный. Малыша зовут Лондон. Златоцвет Лондон. Ты златик просто. Вот такой вот красивенный мальчик. Вот такой вот красивенный сыночек. Так, это третий малыш. Вот так мы. Детки, детки, детки. Так, четвертый малыш. Это у нас вообще крутой такой мордатик. Давай покажем тебе. Вот такой вот, скажи, я красивенький. Ой, такой я сладенький. Зовут его Фараон. Зети Фараон. Вот такой вот красавец. Он будет тоже рыжий. Нос у него черный. Нос курнос. Короткошерстный, красивенный. Шикарный товарищ. Ой, такой сладкий. Это у нас девочка. Девочка единственная, но сейчас она вот с таким серым отливом, у нее белая лапушка, но на самом деле она будет рыженькая. Девочку зовут Сауле. Ну и малыш, который, малыш уже с историей, да, который у нас получил травму при рождении. Травма была такая, при родах я сильнее дернула, соскочили у меня пальцы, и я хрустнул хвостик, хвостик нам пришлось удалить. Все видели это видео, кому интересно, смотрите. То есть малыш родился абсолютно с целым хвостом. Ну, такой вот у нас теперь маленький бубончик. Да, вот тут он еще даже уже кожица. Да. Но посмотрите на нашу мордаху. Это же просто нереальный красотун. Самый курносый, самый красивый, живой, здоровый, прекрасный малыш.
по кличке Багдадик передает всем женщинам доброго дня и прекрасного настроения на целый год. И хотя малышам сегодня 26 дней, я могу уже уверенно сказать, что они все короткошерстные. И я их открываю для раннего резервирования. Малыш Багдадик будет продаваться за 50 тысяч рублей, учитывая его момент с хвостиком. Малыш будет эксклюзивен, естественно, необычно, да, для чихуахуа не иметь хвостика. Надо еще раз, это никак не влияет на его здоровье, на его милоту, красоту, и по мне так он красивейший до нереальности. Вот этот серый цвет уйдет, он будет ярко-рыжего окраса, окрас называется рыжий соболь. Девочка, все остальные щеночки для раннего резервирования открываются по 80 тысяч рублей. Вот, единственного вот этого мальчика я ставлю 100 тысяч рублей. Вот этот вот красавец фараон. Ну, вот такой вот красивенный курносый малыш. Хотя у всех очень хорошие мордашки. Да, вот такие вот хорошие мордашки. Поэтому добро пожаловать за счастьем в наш питомник, в наш уютный дом, домашний питомник. Это говорит о том, что мои собаки живут дома вместе с нами. Они не живут в каких-то отсеках, клетках, как на свинофермах, там на каких-то. Все получают профессиональный уход. Все щенки, как и эти щенки у нас, с документами клуба, татушечка в паху на момент переезда, полностью будут привиты, чипированы, обработаны от всех паразитов по графику, как положено. И даже малыш Багдадик, у которого нет, ну, ампутирован хвостик, он тоже будет иметь документы клуба с пометочкой. Вот, но обязательно будет иметь, так как документы клуба — это подтверждение, что дети родились от непосредственно пары, да? И вот у нас еще есть певец такой, и зарегистрированный в кинологической организации. Ну, от того, что нет хвостика, порода от этого никуда не делась, да? Ну, тем более, я, ну, получилось даже показать, как это получилось, вот. Пришла мамочка, наша красавица Жаночка. Еще раз хочу напомнить, это дети нашего Тарантинки и Жаночки. Жана — дочь Космоса, то есть это внуки Космоса, а также это правнуки нашего рыжего Филиппа. И на самом деле здесь очень хорошо сыграли гены. Вот эти дети будут окрасом с нашего Филечку. Вот такие вот черно-подпалые красавицы, красавцы, как мамочка. Да, сладкие-сладкие. Щенка уже можно зарезервировать, можно полностью выплатить, можно внести часть стоимости. Мы по желанию заключаем договор, обсуждаем, когда щеночек сможет к вам переехать, но это около 3 месяцев. Пока в таком возрасте ни в месяц, ни в полтора, ни в два я щенков из своего дома не отдаю, пока щеночки не пройдут положенные манипуляции, которые дадут им шанс огромный жить здорово и прекрасно, без всяких рисков. То есть обязательные вакцинации детские нужно пройти. Добро пожаловать за счастьем, за вот такими прекрасными крошечками. Всем добра, любви и еще раз всю женскую половинку нашей планеты, нашей вселенной от души с пожеланиями женского счастья, спокойствия в душе, благополучия. Что нам еще нужно? Правда, девочки? И пусть нас окружают наши любимые мужчины. Возможно, даже вот в таком вот сердечке. Вот такие у нас тоже мужчинки есть. Да, вот такие вот у нас мужчинки тоже есть. И хвостиком он уже виляет. Господи, какой же ты! И зубы у нас уже есть. Вот такая вот милота. Как всегда, я не могу закончить съемку. Мамочка пришла и так вот сладенько пощипывает своих крошечек, дочечку. Дочечку Сауле, рыжуленьку. Обнимаю вас и до новых видео, до новых встреч.